В Омске при пожаре на даче погибли двое человек. Тела 56-летней женщины и ее 22-летнего сына были обнаружены в садоводческом товариществе «Сибирский садовод». Еще один молодой человек госпитализирован с ожогами. На дачном участке семья жила постоянно. Там был построен капитальный дом с печью. Именно при ее растопке, считают следователи, произошло ЧП. Потом, как говорят местные жители, взорвался газовый баллон. Мальчик, который Виталий спас, это живой, который остался. Я его вела сюда, чтобы обработать там. Он весь был в крови, и это. Вот. И вот он только одно, но он бредил, конечно. И только одно твердил, этот Максим. Ну, Максим был умственно отсталый ребенок. 22 года ему. Умственно отсталый, конечно. Агрессивный очень был. Кто его знает? Может, он там плесканул этот бензин или кто он?